Роуч, Гоуст, прием, выходите на связь. Кто-нибудь меня слышит? Их нет, Соул. Шепард убил всех. Я пытаюсь к вам пробиться. Шепард нас предал. Предают тех, кто доверяет. Я никому не верю. Николай, прием, засек координаты. Да, я уже на подходе. Но я не один. С одной стороны люди Шепарда, с другой люди Макарова. Придется с ними разобраться. Или даем перебить друг друга. Что ж, тогда до скорой встречи, мой друг. Thank you.
Капитан, в районе Кандагара песчаные бури. Приходится делать большой крюк. Мне платят не так много, чтобы я рисковал самолетом.
Взлетная полоса! Всего один пулемет. У них 1000. Мы даже не знаем, не солгал ли Макаров. Прайс? Нормальный человек не просыпается с мыслью о том, что сегодня последний день его жизни. Но я считаю это роскошь, не проклятие. Знание, что смерть близка, дает свободу. Самое время свести счеты. Враг силен, нас мало. Мы на пределе, идем на верную смерть. Но камни и песок за 1000 лет войны, впитавшие столько крови, будут помнить нас за это. Потому что мы сами выбрали свой путь. И поверь, этот путь страшнее любого кошмара. У нас нет другого выхода. Мы должны это сделать. Мы его уничтожим. Большая засветка.
Пещера должна быть где-то рядом. Стоп. Вражеский патруль. Я стреляю! Пусть сперва разойдутся! Они расходятся! Отлично! Подождем! Похоже, сведения Макарова верны. Они расходятся. Отлично. Подождем. Этот код стоил цены, которая за него заплачена. Впереди Альфы. Путь по руслу свободен. Прием. Право. Песчаная буря. Почти ничего не видно. Прием. Зулу. Двигаемся на восток вдоль каньона к северу от дороги. Прием. Убираем группу справа. Прямо под нами. Двое слева моей. По моей команде. Три. Два. Один. Пошел. Как в прежние времена. Ладно, теперь нам надо убрать другой отряд, пока эти не вернулись. Живее. Быстро вперед за остальными. Я на позиции. Огонь. У нас мало времени. Они вот-вот найдут тела. Нужно торопиться. Цепляйся здесь. Дизайбл 4, Аксис. Доложите обстановку, прием. Дизайбл 4, Аксис. Вы на связи? Прием, 4. Может, передать? Эй, у меня ничего не слышно с севера Дизайбл 4. Может, передатчик поразит? Внизу два противника.
29, вы только что потеряли арьергард. Аксид, не может быть. Мы только что зачистили этот участок. Тут ни один супермен бы не... Защищать только объекты первой необходимости. Группам огневой поддержки задержать противника, пока мы эвакуируемся. Возьми щит. Снаружи нам потребуется прикрытие. Спокойной ночи. Аксид, я вас зачистил. На мостике обнаружено посторонние лица. Повторяю, посторонние лица на мостике. Ты обеспечивай прикрытие щитом, а я позабочусь об их стрелках. Только объекты первой необходимости. Группам огневой поддержки задержать противника, пока мы эвакуируемся. Возьми щит. Снаружи нам потребуется прикрытие. Спокойной ночи. Аксид, я вот один. На мостике обнаружено посторонние лица. Повторяю, посторонние лица на мостике. Минус один. Все чисто. Вперед. Мастер 1-5, срочно к посту. Готовьтесь к доставке полдыгла в зону эвакуации. Полдыгла, наверняка Шепард. Мы опаздываем. Нужно торопиться. Тепловизорами. Они окопались и не отступают. Шепард должен быть неподалеку. Нужно идти на прорыв. Снимаю их огонь на себя. Видимость плохая. Ищи обходной путь. Цель на 11 часов. Если вы внутри объекта, мы не забудем вашей верной службы.
Шепард, конец связи. Давай, вот он, да! Экскалибур, я Голд Игл. Приказ открыть огонь. Групповая цель Ромео, вблизи позиции дружественных войск. Сэр, это всего в 100 метрах от вас. Это не предложение, а приказ. Вас понял. Огонь по цели вблизи дружественных позиций. Мир, нужна красивая ложь и море крови. Он собирается совершить самый большой обман в истории человечества. Его правда станет истиной, если он выживет, а мы умрем. Они сразу за углом, давай! Thank you.
Пять лет назад я за какие-то секунды потерял 30 тысяч человек. А этот дерьмовый мир просто наблюдал. Завтра. Завтра будет много добровольцев. Много патриотов. Я знаю, ты Все, давай. Я думал, ты знаешь, на что идешь. Но все-таки это оно. Знаешь, а ведь нас будут искать. Давай, надо помочь, Том. Да, есть тут одно местечко. Thank you.
Защищайте позицию! Астра-1, это МКС. Хьюстон просит картинку с твоей нашлемной камеры. Прием. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что это такое. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Хьюстон, МКС, подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Что вы... Идем. Нас ждет наша война. Что случилось-то? Так тихо. Эй, что за черт? У меня прицел сдох. У меня тоже. Странно. Похоже, оптика накрылась. И связь тоже. Даже светофоры не горят. Ты только посмотри. Черт. Ладно. Теперь мы должны объединиться с остальными. Капрал Дан на позиции. Есть. Звезда! Звезда, стой, стрелять буду! Эй, не стреляйте, я отзыв забыл! Я просто связной, не стреляйте! Правильный ответ Техас, солдат. Что у тебя? Полковник маршал объявил сбор в точке Виски Хоутел. Вам надо идти на север. А ты куда собрался? Сообщите остальным. Идите к Виски Хоутел. Ты все слышал. Идем. Да, иди первым. Есть. Порядок. Прикрываю сзади. Понял. Подтверждена! Веду цель! Граната!
смотри, куда бьешь! Здание Эйзенхауэра. Белый дом на той стороне. Ведь нам надо именно туда. Там, проверь, он жив. Мы прикроем. Он мертв. Тихо. Вижу трех противников. Занимай позицию, только тихо. Позицию занял. Стреляй. Илья. А как насчет тех ребят внутри? А что с ними? Я прикрою. Иди. Чисто. Я уж не знаю, что хуже, уворачиваться от падающих вертушек или мерзнуть тут на ветру. Да. Тихо. Я что-то заметил. Не стрелять. Ты свои? Не знаю. Звезда. Прикрой меня. Звезда. Ну скажи, Техас, черт возьми. Скажи. Вперед! Следи за движением. Вперед! Мы на месте. Принято. Отставить разговоры. Рамирес, займись. Смотрите, какая печать. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тут просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались. Быстрее! Двигаем к Виски Хоутел! Живо!
пулеметы. Всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану «Молот». Повторяю, работаем по плану «Молот».
90 секунд до сброса. 90 секунд. Надо прорываться. Всему свое время, капрал. Всему свое время.